У нас сегодня в гостях Ольга Суворова, которая получает главный приз по конкурсу «Середина лета». И я бы хотела задать ей несколько вопросов. Оля, скажите, пожалуйста, почему вы решили принять участие в этом конкурсе? Ну, все очень просто, потому что был главный приз очень заманчивый. И так как я пользуюсь продукции компании Oriflame, то я решила принять участие в этом конкурсе. А вы знаете, что этот продукт на 95% натуральный? То есть... Да, потому что я читала об этом. А скажите, трудно было сочинять стихотворение? Нет, вообще-то человек творческий, поэтому очень легко все прошло, без проблем. А вот скажите, это вы в первом конкурсе участвуете в интернете или нет? Ну, вообще нет. А вообще, как вы относитесь к конкурсам в интернете? То есть, насколько в них тяжело участвовать или, наоборот, легко? Мне кажется, довольно-таки просто. Если есть фантазия, когда конкурс требует какой-то фантазии, то все очень легко и просто получается. Особенно, если есть желание выиграть приз. Оля, еще вот такой вопрос. Конкурс проходил в группе «Стройность и красота». Вы все-таки человек стройный и достаточно красивый. А скажите, чем вас привлекла вот эта группа? Ну, все равно в форме себя поддерживать нужно. И со временем, когда ленишься, когда новогодние праздники у нас очень большие, то приходится задумываться, что где-то юбка стала теснее, что нужно что-то с собой делать. То есть вы поддерживаете себя в хорошей физической форме? Да. А вы занимаетесь каким-то видом спорта? Нет, сейчас не занимаюсь, но физкультурой для себя личного, для поддержания формы, да. Есть простые упражнения, которые можно даже в домашних условиях делать. Ничего сложного. Ага, замечательно. А что бы вы могли пожелать людям, которые будут смотреть вот сейчас это интервью, мини-интервью с вами? То, что касается здоровья, красоты, лета, может быть, хорошего настроения? Ну, если вы красивый, стройный, то хорошее настроение у вас, по-моему, будет всегда. Это 100% точно. Вот, поэтому, а лето – это замечательная пора, когда можно продемонстрировать свою красоту, свою стройность, этим нужно пользоваться. Ольга, вы очень мудрая женщина и очень хорошо сказали. Но мы желаем вам успехов, чтобы вы побеждали не только в одном, да, конкурсе, но и в других, в которых будете принимать участие. Ну и следите за нашими материалами, информацией. И, конечно, если какой-то конкурс снова будет, а он скоро будет, то мы ждем вас опять в рядах участников и желаем вам победить. Спасибо.